небольшая речка Волма. Сосновый лес и воздух. Это место очаровывает сразу. Великолепие пейзажей заставляет забыть о городской суете, заботах, проблемах. Хочется расслабиться и побыть наедине с собой. В таком живописном уголке, где сама природа помогает восстанавливать силы, расположен санаторий Волма, филиал государственного предприятия «Минск-Транс». Санаторий Волма – это современный комплекс, на территории которого компактно расположены спальные корпуса, лечебница, столовая, клуб, спортивный комплекс и летняя эстрада. Санаторий Волма – это многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение с новейшей лечебно-оздоровительной базой, грязелечебница и водолечебница. В здравнице применяются как традиционные, так и нетрадиционные методы лечения. Бальнеологические и гидромассажные ванны, в широком ассортименте грязи и теплолечения, спелеотерапия и ингаляции с лекарственными травами, минеральной водой, электросветолечение, массаж, кислородный коктейль, фито- и ароматерапия, лечебная физкультура, сауна, бассейн. С диагностической целью проводится электрокардиография и экспресс-метод по определению уровня сахара в крови. Для того, чтобы поправить здоровье, здесь созданы прекрасные условия, работают высококвалифицированные врачи. Чтобы добиться хороших результатов при лечении заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани, системы кровообращения, нервной системы, болезней органов дыхания и пищеварения, любой отдыхающий может пройти полный курс необходимых процедур. Важную роль в оздоровительной программе играет питание. В санатории Волма организовано пятиразовое сбалансированное по химическому составу и калорийности питание. Разработаны диетические столы. Еще один плюс – заказное меню, что позволяет учитывать вкусы самых взыскательных посетителей. На высоком уровне организована культурно-массовая работа. Мероприятия проводятся с учетом пожеланий отдыхающих и не повторяются. А чтобы еще больше разнообразить досуг, организованы экскурсии, выезд на платную рыбалку, посещение сауны, прокат лодок и катамаранов. Санаторий Волма одновременно может принять 164 человека. Отдыхающие размещаются в двухместных номерах повышенной комфортности, оснащенных телевизором, холодильником, мягкой мебелью, электрочайником, посудой. Санаторий Волма – это идеальное место для отдыха. Комфортабельные условия проживания, пятиразовое питание, культурный отдых, лечение у высококвалифицированных врачей, внимание и забота персонала позволят вам приятно отдохнуть, улучшить свое здоровье, повысить работоспособность и стрессоустойчивость. Добро пожаловать в санаторий Волма!